Прогулки с динозаврами. Среди зазубренных возвышений расположилась колония летающих рептилий. Эти морские птерозавры называются ремфоринхус. Они изобрели новый способ рыбной ловли, чтобы не мочить крылья. Их клюв скользит по воде, собирая все, что попадается на пути. Зубы этих летающих рептилий могут показаться странными. Ломало ветром чудовищной силы. Прогулки с динозаврами.